Сотрудники МЧС на этот раз задействованы в спасении не людей, а природы. В четверг огнеборцы провели в парках города акцию «Чистый берег». В генеральной уборке мест отдыха задействовали более 150 человек и 15 плавсредств. Инициатива была Главного управления МЧС России по Ивановской области совместно с областным государственным казенным учреждением Ивановской области, противопожарной службы субъекта. Мы вошли во взаимодействие с администрацией города, с руководством парка имени Степанова и решили совместно с привлечением сил Федеральной противопожарной службы, противопожарной службы субъекта, обратились к Ивановской пожарно-спасательной академии, привлекли общественность, учебные заведения, ну и жителей города, которые не остались равнодушным к этому. И решили в парке Степанова, а также хотелось бы сказать, что еще у нас такое же мероприятие проводится сегодня в парке Харинка, и решили навести порядок. К уборке сотрудники МЧС подошли также ответственно и слаженно, как к борьбе со стихией, с двух фронтов. Одни спасатели с пакетами и инвентарем на берегу, другие в водолазной экипировке достают мусор из воды. Посмотрите, как мешки-то наполняются. Много-много. Трубы железные, бутылки. Генеральную уборку провели сразу на двух берегах. Со дна подняли килограммы мусора от безобидных пластиковых бутылок до стекла и железа. Зато теперь отдыхать в парке ивановцы будут не только с удовольствием, но и безопасно. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.